Александр, а что у вас сегодня такое за праздник? Вы что, покушать собрались, что ли? Нет? А что вы, зачем вы собрались? День хождения? Я знаю такой праздник, это Утомина, да? Нет, ты что, что ли? А что за праздник тогда? День ванилья, ух, я тоже ванилья. Наверное, ты все съел. А, ты все съел, да? Нет? А что тогда? Ну скажите, что за праздник у вас? День рождения! У меня день рождения! Настоящие шарики желаний. Я их из самого Готэма для вас привез. Так. Я тоже. Знаете, что я себе загадаю? Я загадаю себе новый Бэтмобиль. О, нет, новый костюм себе загадаю, такой огромный, сильный. Ребят, пошире, можете связаться, а? Давайте пошире, ребят. Так, ребята, готовы загадать самое крутое супергеройское желание? Так, теперь все закрываем глазки. Пошире. Закрываем глазки. Пошире, садимся, ребята. Загадываем самое-самое крутое желание. Загадали? А теперь хлопаем шарик. Я вот так сделаю. Космические сосиски. Представляете? Что вы смеетесь? И вот я привез вам самые настоящие космические сосиски. Они дрессированные. Так, давайте по очереди. Ребята, вы чего? Так, смотрите, что нужно сделать? Все садитесь, ребят, давайте все садитесь. Надо для начала, знаете, что надо сделать? Разминать сосиску космическую. Разминаем. Только не сильно, чтобы не лопнуло. Так, теперь надо ее вот так вот растянуть. Теперь надо ее покисать.
Надо на нее сильно-сильно помочь. А теперь ее надо запустить в космос. Внимательно. Теперь каждому из вас я сделаю настоящий сосисочный меч. Готовы? Давай. Какой сосисочный? Так. Первый. Ребята, а вы... Готовы? Раз, два, три!
будет никто, когда называется рыбак и рыбка. Нет, смотрите, я буду закидывать удочку. И вот эти вот рыбки должны быть отпрыгать, чтобы не попасться. Готовы? Сейчас мы ловим настоящую морскую сосиску. Готовы? Раз, два, три. Thank you.
О, никого нет. Сейчас надо на раз, два, три громко крикнуть свое имя. Готовы? Раз, два, три.
Готов? Раз, два, три. А, вот это огромный кусок. Молодец, теперь надо громко крикнуть. Ура! Ура! Так, друг, это подарок тебе от меня. И знаешь, что я хочу тебе пожелать? Чтобы вырос ты такой огромный, как белый холодильник. А в этом холодильнике были всякие, ну вот эти, видишь, клубнички, яблочки, сардельки, сосиски. Огромные сосиски. Вот. И чтобы, ну, я нашел от темы, в общем, чтобы всегда с тобой были твои верные друзья. И самое главное, слушайся своих родителей и расти примерно мальчиком, как настоящий супергерой. Договорились? Теперь давай супергеройскую битюду. Теперь подожди меня здесь. Пойдем со мной, я тебе больше сейчас скажу. Мама, сиди здесь. Мама, закрой глаз. Так. Открывай. Ой, спасибо. И вам спасибо. Так, а теперь надо сфотографироваться. Давайте. А теперь на раз, на три кричим Бэтмен. Раз, два, три, Бэтмен! Так, а теперь всем присядем.